нашел настоящему сообщителю где приятнейшее известие. Том Кома заболел, а значит, главным режиссером я. Чего? Чего? Том Кома нельзя! Ну, тихо. Вот и что репетировать, а вот это тебе именно плохое привлекание. Из серьезного дела ты тоже плохой. Вот именно. Так, что там у вас? Прощальная встреча. Там разыгрываем сцену, остальные не мешают. Что надо, нет? Я заменю ее. Сколько времени прошло с тех пор, как я стала жрить? Постой, что это ты имеешь в виду? Ну, имею в виду. Сколько времени прошло с тех пор, как я стала жрить? Хотя, наверное, я больше не жрица. Я собрала хранителей и призвала пьявку. Церемония позади. Желание жрицы выполнено. Все, кроме одного. Мы просили пьявку оставить Сузуна в этом мире. Но он ответил, это единственное желание, которое я не могу даровать. Теперь мы должны расстаться. Мы знали, что причиной намечена разлука. Остальные предупреждали нас. Но все равно, мы любили друг друга. Пора! Я люблю тебя, Татар! Я тоже люблю тебя. Прощай, Татар. Ну и что это такое? Я скажу, что это такое? Что? Вот это. А, это, ну, значит, хранитель Пьяко одна штука, и хранитель Сузуна в том же количестве. Ну, это я вижу. Я скажу, что это за сантименты. А, ну это вот эти сантименты. Это никуда не годится. Ну как же, мы столько репетировали! Скоро Новый год, а наша сценка еще не готова! Эй, девушка, вы это что-нибудь давайте? Положимся на языке, с которым подключается на девушек, понимаете, любви. Нет, желтые цветы, вещественное доказательство невещественных отношений. Thank you.
Как можно так унизить ее чувства? Чувства делает его. А по-моему, наоборот.